Номер 5 за 14 год от издателя. Значит, спрашивают, что делать при кистах печени. Так, а я привожу уже непосредственно пример, в котором эти, значит, явления, как киста, ушли. Значит, чай из осины. Разъясняю, что такое осина, как она действует. Так. Далее луна рекомендует в мае. Пошло-поехало. Месяц май. Чем он знаменуется? Познавательно-практически. Печень. Общие сведения печени, функции, анатомия печени, функция печени. Много-много-много я, значит, поизлагал. Вода и так далее. Кстати, я повторяюсь, вот смотрю, я повторяюсь в своих уже газетах, излагая один и тот же материал, вот как раз тут про портальную гипертонию, но ничего. Все это лишний раз напомню читателям о важности. Конечно. Я не оправдываю себя, но я один должен собрать материал, сделать газету, что-то сделать новое, и стараюсь сделать новое, но бывает так, что времени не хватает, что-то надо еще сделать, поэтому получается, что вот что материал повторяется. Вот я на сентябрь 2016 года как раз описал тут, как чистить печень по Татьяне Бурьевой, а смотрю, она уже у нас и описана. Ну что поделаешь, что поделаешь. Описано так описано, ладно. Вот молодой человек, который впервые почистил печень. Лет. Чистил кишечник с помощью клизм, супарин урины. Эффект потрясающий. Дал нужную пью урину. Никаких болезней вроде нет. Чувствую себя отлично. Для наглядности высылаю свою фотографию. Вот он, не знаю, это сынок или кто это там такой. Или дочка. Ввиду того, что ничего не болело, я все никак не брался за чистку печени. Но вот все же решил попробовать. Для этого выбрал наиболее подходящее время. В соответствии с биоритмами, которые я описал. И погнал. Подготовка, так далее, выпил это, утром сделал клизму с урины. Вышло 4 зеленых камня размером с крупную горошину и более 10 поменьше. А в 15 часов почувствовал еще позыв в туалет, и то, что я увидел в тазике, буквально потрясло меня. Более десятка крупных желто-зеленых камней, на ощупь жирные, легкие, плавают в воде по концентрации. Мягкие, это называется конкременты, еще не камни, они сначала имеют вот такую полумягкую, значит, основу и называются конкрементами, а потом потихонечку они все уплотняются и становятся камнями. Вот размер некоторых из них. Так. Вышло 152 камня, из них 30 крупных. Один так вообще с небольшое куриное яйцо. Ого! Вот, и он говорит, что же у пожилых людей, у которых бочкообразные животы? Страшно подумать, если у него здорово такое было. И вот как раз фотография.
Данные очистки на фото. Я уже там указывал, что говорят, что это реакция лимонного сока с маслом и там, допустим, с желудочно-кишечными соками это все делать. Нет, берем медицинскую энциклопедию, читаем, и там все указано, какие бывают, какого цвета, откуда они выходят и так далее и тому подобное. Вот это все вывалилось из желчного пузыря. А те камушки, которые из печени выходят, они имеют, знаете, формочку желчных протоков, так с развилочками, такие вот интересные, интересные такие камушки. И они более тогда такие зеленые. Далее это то есть очищение по методу Уокера, очищение с помощью урины. Дышать как надо, так далее, питание после чистки, профилактика. Да, другие средства для укрепления функции печени. Значит, вот тут упражнение, которое рекомендуют для излечения стан печени. Заключение. Ну, профилактически отличная вещь, когда очищаешь. И так как 4 у печени доли, то за одну чистку вот где-то выходит, очищается одна, да? И когда делается 4 чистки последовательно, одна за другой, вот как раз вот после этой серии чисток, ни одной, первая чистка очень тяжелая, говорят, что это как раз операция без ножа, да? А вот когда вы... Вторая, третья, четвертая, они все легче, легче, легче. И вот сделали 4 чисточки. Сразу у вас прибавляется сил, энергии, куда-то уходит живот, нормализуется прослойка жира. Ну, очень большие сдвиги просто. Я когда сделал, я был удивлен, знаете, как она могуче действует. Просто прекрасно. Прекрасно. Ну, чистки есть разные, я тут излагаю их разные. Вот, вы можете сделать мягкая чистка, можете сделать твердая чистка. Если есть камни, которые твердые, которые говорят, ага, там не выйдут, их можно раздробить, применяя там, допустим, отвар свеклы, там еще. Разное все это я значит, поизложил. Письмо читательницы, переписка. Вот. Хорошую тетю прилепили. Это еще не я верстал. Я писала газету в Word, а делала уже газету, значит, верстальщица. И она вот брала такие фотографии и вставляла. Ну, получилось красиво. Сейчас я целиком делаю где-то, по-моему, с 15 года. Мне самому нравится. Так. И вот она. Стихи. То есть, когда человек оздоравливается, получает оздоровление. И после вот этого весь груз, который на него давил в виде болезни, уходит. Наступает легкость, наступает вот, знаете, вот желание жить, вот какое-то возвышение. И невольно тут могут струиться и стихи, и все что угодно.